Привет, ребята, сегодня снимаю видео. Обзор, что я купил в городе с дедом. Я был у бабушки. Простите, что не было давно видео, потому я отдыхал. Сами новые чипсы. Ну, я солнце не захотим. Ты покажи, какая пачка. Это новые какие-то чипсы? Да. Давай. С медом. У меді. Чіпси зі смаком смажених реберець у меду. Очень, мабуть, вкусні чіпси. Сьогодні день вредної їди. Ну і як тебе? Запивай тільки треба. Запиваю. І сок який вкусний. З персиком. Что ты, чем ты занимался у бабушки? Чем? Копье делал, играл. Какое копье? Сегодня так. Если завтра поеду. Угу. Потому на один день она хотела избавиться. Угу. Ты балуешься, наверное. А Каролина была? Не была. Мы до ней приезжали только. Да? Понятно. Передай ей привет. Может, она будет видео смотреть. Передавай. Бабушке привет, а Каролина... Он на Wi-Fi нема. Есть, я ей покажу. Тут мы песню пели твою любимую. Какую? Про крабика. Споешь? Денис, я все вижу. Я сейчас тебя сниму. Пой про крабика. Ребята, простите, что была маленькая пауза. Я телефон снял. Угу. Сиди. Ну, говори. А если я буду сейчас песню включать? Нельзя. Песни нельзя включать, Лёш. Это Лёша не телефон, он на него снимает видео. Вот. Я кунуба. Народ. У какого первоклассника ты видел у своего такой телефон? Взаимою. Только синтрабенька. Это не крабка. Не кушай крабка. Это крабка. И потом не крабка. Это какая-то. Синкрабка. Ну? Мы танцуем крабика. Мы танцуем крабика. Всем, ребята, пока-пока. Ставьте лайки, кстати, подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик и всем пока.